Вот. Так, тебе видать, Виталий, ты меня? Давай, что там у тебя? Господи, благослови во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мир вам, Игнат Тихонович. Слава В Писании, в Евангелии от Матфея, так, есть такие слова, Матфея 6:6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И что? Ну, тут подразумевается, что нужно молиться в тайне. Вот. А почему вот у вас, почему постоянно вы на виду молитесь? И как это можно совместить? Понятно. Тут еще то, что на днях, вернее, вчера, на меня, ну, может, не обо мне речь идет о Сергее Павловиче. Я подумал, что он на меня один человек нападает, я только с третьей попытки разобрался. Его сегодня уже нету здесь. Он все время с кем-то в конфликт попадает, этот человек. И вот он, что Сергей Павлович, он то другое, на вас ссылается, а молитва его не должна быть на виду. Вы уже награду получаете здесь. Его сегодня нету, он награду получает на боку. Я, в первую очередь, знаю, кто это говорит, лишнего шага не сделает. И знаю, что у этого человека никаких друзей нету. Он одинок. Одинок, до 30 лет никого нигде нету. И поэтому тут его понятно. У Сергея Павловича друзья есть. У него есть животные. И маму знаем. И тут даже сравнивать не надо. Но дело в том, что тут и меня захватывает. Сергей Павлович-то себя позиционирует как чадо Игнатия Лапкина. Да это же не говорил бы. И так понятно, что слышите. Но как же быть тогда? А мы тут в интернет вылезли и каждый день молимся. Но каждый-то день, ну, у нас разные псалтыри и разные вот эти дальше вопросы и ответы, почему мы их все время выставляем. Я на это спрашиваю. Вопрос, чтобы понятно было, о чем речь идет. Написано, вы уже получаете награду здесь. Кто получает награду? Похвалу, никто. Значит, это за уши подтягивают. Да кого вас видят? Давайте. Давид написал псалмы. Давида признаем мы праведником? Да. А как молились? Да как? Играли гусли, 3200 там певцов. Ну, пишется сколько там, уже сколько-то. И где это? На народе. Так что, молитва перестала быть молитвой? Нет. Соломон молится. Все люди видят и молятся за всех народ, за весь народ, за язычников. Иудеи сегодня у стены плаща, весь народ их видит. А как мусульмане? В городах, в мечетях, везде их все видят. Речь идет о миллиардах. 2 миллиарда открыто молятся, значит, награда пропала. Также открыто молятся у буддистов и у других. Также молятся в храмах православных. И не просто так, а крестные ходы на площадях везде. И молятся открыто патриархи, не один их патриарх, все открыто молятся, они же не прячутся. А прям видно в храме, как он алтарь открытый, как руки поднимает. Значит, что-то не совпадает. А чтобы правильно понять Писание, мы должны сказать, ни одного места в Библии нет противоречащего одно другому. Вот сектанты, они по скудоумию, по узости взгляда. Я пример говорю, сравниваю. Вот вы молитесь, Святая Богородица, Пресвятая, там Павел, написано, никому не поклоняйся, никому не служи, единому Богу. Вот Петру поклонился Корнелию, он говорит, я тоже человек, Богу поклонись. Я говорю, что мне нельзя кланяться, а вы друг другу кланяетесь, прощения просите, в ноги падаете. Я начинаю приводить места Писания. Вы верите, что в Библии написал Господь Бог? Написано, писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Согласны, что автор всей Библии Бог? Ну да. Ну а Бог может сказать так? Сказать, а через день сказать забыл, по-другому нет. Ну а как же вы считаете исход 20 глава? Не делай никакого изображения. Никакого изображения. Вы на этом, и дальше ни один сектант не идет. А в 25 главе этой же книги Исход написано «Сделай изображение». Совместить не могут. А почему?
не делай того, что уводит от Бога. А херувимы, глядя на них, ты приближаешься к Богу. Да как же вот Корнилий запретил? Язычник Корнилий, не забывайте. А язычники – это не иудеи. Они легко обоготворяли человека. Когда, считаем, там Павел стал говорить, его приняли там за Зевса, там за Скрипия, там начинает, обоготворили, хотели принести жертвы, быков. Но Павел разодрал одежду, бросился в народ и говорит, что вы делаете? Я тоже человек. Считаем о том, как на острове Мелит он был выброшен, собирал хворост, и там змея повисла на руке Ехидны. Считается, что она укусила его. Иначе бы зачем язычники ожидали, что он упадет и умрет? Яд очень быстро действовал. Тромбы и все. Но он стоял и не умер. И тогда они сразу же сказали, это не человек, а Бог. Мнение как меняется быстро-то. Так и здесь. К язычнику он шел, а язычник знал иерархию на небе. Человек, выше человека ангел, а выше ангела Бог. И правильно рассуждал. И получается, что Корнилий молится, ему является ангел. И не может сказать то, что хочет. Надо послать за тем-то, и кого послать? Тот, кто выше его. А выше его только Бог. И поэтому он Петру поклонился как Богу. За Бога признал. А такого поклонения принять не мог. И Петр говорит, я тоже человек. Зачем говорить, когда ясно стоит с бородой, с глазами, с ушами? То есть ты меня принял не за человека. Вот смысл-то в чем. Сектанты и еретики, они не понимают. Мы, когда кланяемся, мы понимаем, Богородица человек, Павел человек, и внутрь себя мы не закладываем, что они боги. А как же вот ангел запретил Богу поклонись в Откровении? Потому что там, под видом ангела, являлся сам Бог. Откуда это известно? А дальше написано. Сковал дьявола. Кто его сковал? Кто его сковал? На Голгофе Христос. Где написано? К Евреям 2.14. Как дети причастны плоти и крови, ты он воспринял оное, дабы смертью своей лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И поэтому ангел не мог принять божеское поклонение. А в другом месте принимает. Сыны пророческие при Елисее приняли поклонение человеку и в Ветхом Завете. И мать Соломона зашла, поклонилась лицом до земли, приняла. Маной ангелу поклонился, принял. То есть мы должны понимать, это широта разумения Священного Писания. И так и здесь. Главное в этой молитве не то, что тебя видят. Апостолы молились, их видели. Они молились, говорят, и на берегу преклонили колени, Павел молился. Был плач, падали на шею его и плакали. А что? Что похвала. Это религиозная страна, теократическое государство, и у них особенно чтились люди, которые молятся. Ой, как молится много, а у него служба там 12 часов, как у старообрядцев. Вот это нельзя. А если ты знаешь, что когда ты молишься на улице, тебя могут сзади ударить, говорится, кирпичиной по плечу, тебе уже не до этого. И поэтому открыто везде молятся. А человек, который не открыто где-то, он один. А если не один, то уже это открыто. Только открыто бывает, ну, комната большая, там собралось 120 человек в горнице, молились. Мы об этом считаем. Первые две главы Деяний апостолов. А мы открыли дверь через интернет. Что изменилось? Ничего. Похвала какая-то. Что интересно, ни одной похвалы нету. В других роликах как-то одобряют, бывает там хорошо, что работаете, рыбу ловите. Здесь не один. А почему? Да мы не ради этого здесь, а ради того, что люди, некоторые не знают, как молиться, какое правило. Некоторые обвиняют нас, что мы еретики, сектанты, а мы показываем, мы соблюдаем правила, считаем по молитвослову, считаем псалтырь синодального перевода-то. Мы похвалы ни одного не получили. И поэтому обвинение этого человека, которого сегодня уже нету, он теперь один лежит, я знаю его, он был по Теряевке. Вот так. Это все от лени ума, лени тела. И зная это, я еще раз хочу обратиться. Открытая молитва перед всеми, она не унижает, а возвышает. Потому что этой молитвой мы как крыльями подхватываем тех, которые не знают, где поклониться, как.
А когда на людях мы видим, они неправильно крестятся, а нужно как сложить персты? Два перста, как при князе Владимире, или три? От Никона уже пошло. Но так молился Серафим, Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов. Значит, это утверждено, их Бог слышал. А там Сергий Радонежский, Феодосий, Антоний, основатели русского монашества, князь Владимир, Кирилл Туровский молились все двоеперстно. И поэтому у нас в общине молятся так и так. Разрешается. Это официально. И то, что к истинному Духа Святаго Господа истинного выпустили, мы его вернули. У нас считается это. Да и теперь уже клятвы все снятые со старых обрядов. И вот здесь, когда вам придется слышать упреки, что мы открыты, вы скажете, да, это наша радость. Город на вершине горы не может укрыться, и подсвечник ставить не под кровать со свечою, но чтобы все видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. Это доброе дело, добрее его нету. Связь с Богом. Мы говорим, как на лоб, на чрево, где пуп тебя, не сюда, направо, точно налево, не как-то молится, там, я знаю, самый главный поп, говорит, в России, а от него и президент научился. Вот. Мы должны показать, поклониться так, не сгибая колени, чтобы рука могла пол достать, проверить. А земной поклон, руки, колени и голова коснулись земли. Это неплохо. Где креститься? А бывает крестное знамение, где Царю Небесный, кланяться не надо. Но я устав эти знаю. А люди-то видят и подражают. И вот человек, который это говорил, если он будет еще, придет, вы ему да, скинете на этот ролик. Я просмотрел все, что можно было. А кто-нибудь так понимал? Лев Толстой так понимал. А он молился? Нет, не молился. Лев Толстой не признавал никого над человеком, кому можно молиться. Слово Бог – отвлеченная энергетика. Он не верил, он не молился совершенно. Но перед самой смертью приехал к оптинским старцам. И все, ходил, примут, не примут. Его зовут, он нет, не примут, не примут. Так и умер, непримиренный с церковью. А уж с Богом мы не знаем. Вот как. Что интересно, у него был помощник Чертков. Как будто фамилия-то от черта. И приехал там Анатолий младший или кто-то, где он там умирал, то Астас Астахов или Астан, как-то разъезд был. И он никого не допустил. Он уже умирающий просил допустить священника, не допустил его. Ну, конечно, забыла бы, чтобы дошел его Софья Андреевна, жена, сестра Мария, она там инокиня была. Вот. Поэтому молиться открыто – это не грех, если ты не ради похвалы это делаешь. Вот в этом все и заключается. И добрые дела. Так надо тайно делать. Не все получается тайно. Павлу дали где деньги, говорит, он послал туда-то, туда и прямо положили к ногам апостолов. Почему? Да как я тайно сделаю? Как? Банковским счетом перевести? Карточку их не было. Открыто делали? Открыто. Главное, ты внутри себя, твое чувство какое. Не знает левое и правое. Ну, левое, если, скажем, жена не знала, что делает муж, да тоже не годится. Ну, может и не говорить, потому что слабая, она не выдержит, скажет, ты жертвуешь больше на других, чем на своих детей. Надо во всем быть благоразумным и нигде не надмиваться. Я для Бога это делаю, открыто молюсь. А на улице можно перекреститься, на углах улиц. Там написано нельзя. А у нас около храма идут люди-то, у каждого храма. И уже с трамвайной остановки кланяется Покровскому собору. А почему? А там мощи. То. И человека сказать, ты не кланяйся. А она думает о похвале. Нет, она думает, как не опоздать. Бежит, бабка скорее крестится. Если привязываться к словам, не разумея их глубинной сути, не соединяясь с другими местами Писания, то все противоречие будет. А так рассуждая, как мы говорим сейчас, и мы видим, противоречия нет. Молись тайно, закрой дверь, где не написано, когда вы, один ты, один, никого и нету. Не написано, когда вы молитесь, но бывало дома молятся, тайные были, закройте дверь. Да закрыть-то то, чтобы не узнали. А в Истрате не закрыл дверь, а там сосед там прибежал зачем-то и увидал, и сразу доложил, и всех казнили. Вот какое дело. Так что молились мы. Открыто и будем молиться, прославляя Бога. Так молились апостолы перед всем народом. И Павел молился перед всеми. И нам так заповедали.
А внутри чувство одно. Чем больше людей, тем лучше, Господи, чтобы Господь услышал нас. И мы молились около храма Христа Спасителя со всех четырех сторон и поднимали руки. И никто нам нигде никогда не воспретил. Я молился открыто в тюрьме. А как там? А как? Куда деваться-то? И деваться некуда. Вот. Вот такой ответ. Вопросы? Да, понятно. Ну, а если понятно, так и молиться будем. А человек, который своим неправильным разумением себя вычленил из нашей команды, ему это показать потом на этот ролик. Все с Богом. Выставляйте его, кто записал. С Богом. И открыто молимся перед Богом, Игнатий. Храни тебя, Господь. С Богом, спаси Христос. С Богу слава, Богу.